дорогие подписчики. Хочу привнести в ваш дом немножко южного тепла и поздравить вас всех с Новым годом. И хочу вам сказать, что мечты на самом деле сбываются. Год назад я решил, что следующий свой Новый год буду отмечать в Коста-Рике. И вот я сижу под палящим солнцем, пью кокосовую воду, чего еще можно себе пожелать. За год с февраля месяца, как я создал свой канал, нас с вами стало более 260 тысяч человек. Это немало, но в то же время не так уже много. Поэтому в следующем году мы идем на миллион. Ставьте перед собой цели и обязательно достигайте их, ведь нет ничего невозможного. С Новым годом!